К новостям районов. В Сарысуский район прибыла мобильная антикоррупционная группа. Она провела праворазъяснительную работу жителями района и выслушала обращения, а также жалобы. В составе данной группы представители должностных лиц во главе с руководителем управления превенции областного департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Они заслушали жалобы жителей и ответили на вопросы. Также члены мобильной группы провели заседание актива района и встречу с сотрудниками районных учреждений и предприятий.